телефон. Сказали, диспансеризация из поликлиники, представились. Говорят, мы вам звонили, но у нас действительно не работает звонок. Вот. Ну, я их пустила без зазрения совести. Они вошли. Ну, я проходить на кухню, я там готовила, потому что думала, убежит. Вот. Задавали вполне, ну, одна стояла вот так в проходе, вот в этом, а вторая со мной пришла на кухню, она села вот на тот стул, и, ну, я против нее сидела. Я ее видела, как бы, ну, могла какой-то момент упустить. Вот. Задавала вполне такие конкретные вопросы. А представились-то они кем? Ну, из поликлиники, из железнодорожной поликлиники, диспансеризация. Спросили, где ваш муж? Я говорю, ну, он отъехал по делам. Говорит, а через сколько он будет? Я говорю, ну, где-то через полчаса, но я не гарантирую, что он приедет. Вот. Ну, и вроде задавали вполне такие конкретные вопросы, там, про вакцинацию, какие там эти заболевания у меня есть. Что-то еще спросила. Ну, такие вполне медицинские вопросы. Поэтому у меня и подозрений не было. Вот. Ничего не ослушивали, не просили ничего. Вот. Потом она, значит, ну и по... Ушли, ну сколько, минут 10-15 от силы были. Вот. Ну, дело в том, что-то я полезла, у меня вот комодик стоит. И там в верхнем ящике, ну, мое белье лежит, там трусы и прочее. Вот, я это, когда они ушли, я минут через 15, что-то мне нужно было, я открываю. Смотрю, а у меня в такой косметичке лежали эти деньги. Ну, в косметичке, завернутой в бумагу. Смотрю, она наверху. Я ее обычно вниз подсовываю под белье, чтобы наверху не лежала. Смотрю, она наверху лежит, и открыт боковой кармашек, который там у меня лежала всякая мелочевка. Там гривны, рубли белорусские. Ну, куда ездила отдыхать, остатки привозила. Но это не тронули все. Смотрю, нету. Приходит муж, я говорю, ты мои доллары не брал? Он говорит, да нет, зачем они мне? Вот. И тут стала, ну, лазить, думаю, мало ли, сама куда переложила. Нету. Ну, тут я поняла, что... Но они отлучались? Кто-то отлучался? Я не видела. Я говорю, я могла упустить. Она стояла в проходе, вторая женщина. За что задержит сотрудник полиции? За подозрение в краже. Кража чего? Имущество, денег? Денег, говорят. А где? Когда? Говорят, в Орехово-Зуево. Свою вину признаете? Нет. Задержан. За что? За кражу. У кого? У женщины. Из квартиры? Да. Сумма какая? Не помню. Примерно. Не знаю. Вспоминайте. Не знаю, 700 вроде бы. 1000 рублей. А в деньги в рублях, в долларах были? В долларах. В долларах. Вину признаете свою? Да. Полностью? Да. Раскаиваетесь, да? Да.